Найдите себе хорошего мужа. Что такое хороший муж? Хороший муж – это не bad boy. Хороший муж – это не, знаете, вот те пацаны, которые себя строят мачо, да, уже можно, в принципе, этот вариант не рассматривать. Да. Нужно рассматривать спокойного, адекватного, стрессоустойчивого, амбициозного, да, который что-то хочет в этой жизни добиться. Сразу бегите от понторезов, от всей этой темы. Вот. Он должен быть в меру романтичный, в меру хулиган. Потому что слишком тряпочка нам не нужна, это не нужно нам. Да? Нам нужен такой чуть-чуть дерзкий, да, который иногда может там что-то устроить романтичное, да, периодически. Потому что постоянная романтика – это не очень хорошо. Вот. И самое главное – ищите такого мужа себе, который будет духовно богатым. Не обязательно материально богатым, а духовно богатым. Поэтому, девочки, я желаю, чтобы вы нашли себе именно такого мужа, хорошего, были счастливы, чтобы у вас было много детей, чтобы вы просто кайфовали от этой невероятной семейной жизни. Следующая песня желаю вам. Сказочной может быть любви, как кто-то считает сказочной, но она существует. Просто надо находить правильного человека. Поехали!